всех здесь на замечательном празднике. Для меня этот праздник был, скажу честно, неожиданностью. О нем я узнал буквально вчера вечером. И вы знаете, вот у нас есть в России День народного единства 4 ноября. Я считаю, что День дружбы или День международного единства тоже должен быть внесен в список вот таких общегосударственных праздников, потому что он объединяет не только людей своего народа, а людей всех народов, всех национальностей. И в школе мы сегодня делимся друг с другом и знакомим друг друга с культурой разных стран, разных народов. Я хочу вас, если позволите, познакомить также с культурным наследием нашего отечественного кинематографа и исполнить для вас попури на тему музыки к фильмам режиссера Леонида Гайдая. Возможно, вы эти фильмы все помните, многие любите, «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница» и многие-многие другие. Сейчас давайте вспомним эти замечательные, добрые отечественные фильмы.